бывает тренеров, которые все выигрывают. Обязательно бывают трудные моменты. Здесь для меня самый важный вопрос – психологии. Они нам необходимы в любом виде деятельности, а в тренерской особенно. Тот, кто один раз баскетбол увидел, обязательно будет присутствовать на матче многократно. Его уже ни площадки не уберешь, ни выгонят. Ну и все, что делается сейчас, это плюс нашему виду спорта. Я только благодарен тому, что я принимаю участие в этом, ну, необходимом для нас деле. Еще вчера мы были на играх будущего в Казани, проводили там баскетбольное двоеборье. Все вчера закончилось, определились победители Лига Про Тим. А сегодня уже на международной выставке «Форум» здесь, в Москве, проводим офлайн-турнир по интерактивному баскетболу для ребят, которые приехали на выставку. Турнир проводим в формате 2-на-2, чтобы можно было ощутить командную химию и понять, как играть с напарником в интерактивный баскетбол. В павильоне «Спорт для всех» собралось уже больше 30 участников, которые пробуют свои силы, борются за призы. Думаю, будет интересно.